По ямам эмульсией. Быстро и качественно. Неровности асфальтового полотна на улице Ленинской ликвидируют смесью битума и щебня. Вырубать ямы при этой технологии не нужно. Обязательно лишь продуть сжатым воздухом место разрушения. Вычистить всю пыль. Специальная установка разогревает битумную эмульсию, перемешивает с мелким щебнем и этим составом заполняют ямы. Малые габариты техники позволяют оперативно и быстро заделывать разрушения. Когда эмульсия испаряется, становится полноценная асфальтобетонная смесь. Они заполняют как раз все неровности и шероховатости. Из-за размера щебня, фракции 5-10, он мелко заполняет. Эту технологию можно назвать летней. Применяют ее при температуре воздуха выше плюс 15 градусов. Когда влага испаряется из эмульсии, смесь твердеет. Помогают в процессе и автомобилисты. Машины, проезжая по отремонтированным участкам, будут утрамбовывать смесь щебня и битума. В итоге покрытие должно стать прочным и ровным. Вот этот лишний сухой щебень нужен как раз для того, чтобы колеса не цепляли тот, что уже смешан с битумом. Потом его сметут к краю дороги и уберут. Параллельно такой ремонт идет на улицах и в других районах. Справляются довольно быстро. Особенности работы данной установки таковы, что она, в принципе, не требует подготовительных работ на дефекте. Практически это аналог литого асфальтобетона, единственное, она используется только при положительных температурах. Это достаточно быстрый, эффективный способ по ликвидации отдельных дефектов. Из запланированных 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна уже привели в порядок 2500. В этом году и ямочный, и карточный ремонт. Заметно, что дороги лучше стали. Завершить ремонт битумной эмульсии планируют в начале июня. Контролируют качество ремонта не только муниципальные службы и власти города, но и общественники. Выезжают на место проведения работ, интересуются и технологией, и сроками. Нас устраивает, как работники работают, как проходит, вообще как проходит в целом работа. Также во всех районах Самары дороги ремонтируют картами. В 2016-м заменить планируют 600 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.